Друзья, всем привет-привет. Сегодня воскресенье, день водный. Я уже чуть два раза не свалился в речку. Сейчас иду на старый омут. Вот. Это уже не лесополоса. Это у нас настоящий лес. Тропа здесь очень даже в хорошем состоянии. Частенько, видимо, народ ходит на рыбалку. Просто, наверное, отдохнуть. Если не ошибаюсь, эти приятные ягодки, которые встречают нас на обочине дороги, вовсе не то, что я подумал. И они, наверное, вкусные на вкус, но последствия от их приема будут очень весьма плачевными. Зато смотри, какие спелые, наливные. Дикая природа. Здесь ходят лоси. Были замечены несколько лет назад следы лосей. А вот и знаменитое место. Люди, которые посмотрят этот клип, те, которые знают в теме, даже, возможно, не узнают его. Смотрите, как все заросло. 10 лет назад мы сюда активно ездили отдыхать. Вот этот берег, вот этот весь, вот он был единый песок один. Мы его активно, вот эти вот кустов не было. Постоянно здесь жгли костры. То есть, а сейчас, вот видите, да, я-то с трудом узнаю его. Но мы-то помним, да, Серега? Жека, Диса. Как мы здесь чудили. Времена идут. Привет из настоящего. Блин, 10 лет прошло. 19. Да, 10 лет. 10 лет мы здесь уже не отдыхали. Серега, надо срочно повторить. Собраться с тем же составом и бухнуть здесь. Вот на этом прекрасном пляже. Давай, короче. Пиши мне в личку, либо под этим видосиком. И давай, соберемся. Так. Приятно так вот приехать на старые места. Вспомнить, что здесь было. Ой, а было здесь. Хо-хо-хо. Господа, вам и не снилось, что мы здесь творили. Вот этих зарослей тоже не было. Вот на том пляже, который я сейчас только что снял. И вот здесь, вот гоняли здесь коров, короче. Все было аккуратно так выедено. Ну, а сейчас, видимо, там полный развал. Коров нету. Всех съели. Здесь вот, кстати, омут. Можно покидать спиннинг. Смотрите, вот здесь глубина такая охеренная прям. Вот в этом вот месте вот. Сейчас, наверное, заброшу. Хотя нет, заброшу я на обратном пути. А сейчас, пока еще светит солнышко, я дойду до пляжа номер 2. На нем мы тоже были. А на том пляже, кстати, Серега, надо тоже выехать. Только другой Серега уже. Но ты поймешь. Выехать с палаткой. Взять с собой чаю горячего. Ну как без него? Порыбачить, отдохнуть. Здесь, короче, вход на пляж. Ну как пляж? Мы его так просто назвали. За 10-15 лет тут очень все много поменялось. Выросли кусты.
песок какой-то стал не такой, не песочный. Река стакан. Здесь, короче, ну да, глубоко что-то. Я вот здесь вот пешком проходил в ту сторону. Либо вымыло здесь все, или не знаю. Как-то не то. Ну, а песок зарастает травой. А здесь вот, короче, омут номер 2. Тоже глубина тут порядочная. Смотри, какой контраст, да? Песок, его сразу обрыв идет. Тоже такой обрывчик. Сейчас зайдем на туда чуть подальше. Попробую пройти. Нет, попробую вот здесь пройти. По высокому берегу. Ай, какой запах вкусный. Идем на омут. Вот здесь я сейчас покидаю спиннинг. Вот здесь вот, вот в этой границе. Лето у нас как-то внезапно началось, причем оно было в марте. Ой, оно было в мае. Вот. Внезапно началось, слегка продолжилось, также внезапно закончилось. Я даже толком-то не искупался нисколько. И хотелось бы искупаться сейчас, но, блин, но прохладно. Вот стою, вот еще вот дубак такой. Вот еще раз вам сниму природку. Это я томут. И пойду обратной дорогой. Приятный такой запах. Пахнет папоротником, багульником. Такой прямо вот свежий аромат. Прямо вот охота, вот знаете, растянуть гамак, завалиться в него и лечь спать.